снимай, блядь, не снимай. Мы, короче, готовимся к парному матчу, играем против Барета и Бертусы. Входим на матч, наши соперники, два левши. Пацанов, в первом гейме сразу в респауне. Брейк, один раз. Нихуя. Ой-ой-ой, Хуан. Говорят, справа сидит. Опять один пацан будет ровно решающий. Да. Аут. Сет, 6-1 забрали. Гулин, конечно, мертвенький. Лёня мог себе получше напарника выиграть. Взял на себя ответственность. Ах. Целуйчики летят уже. А, сука. Сегодня в этот бонд за Хуаном. Хуан говорит, франк на славы. На, нахуй. Ленин делает контент, все верно. Контент-мейкер. Блять, два додика. Отправили Пертусу домой. It's all good this, you know? What? The bar. Like, Спасибо, Илья, что снимал наши поинты. Подписывайтесь на Инстаграм. На Инстаграм, вот ссылочка. Дали бланч, там будет сейчас, сколько он стоит. So what happened? I lost the match and I called him a dickhead at the net. Он проиграл матч в третьем сете 10-8 на тайбрейке. Так как кто-то кричал ему ебало камоны, то он сказал то, что он дикхед. Ну, дикхед, вы, наверное, понимаете, что такое. Долбоёб. And then he said, well, you and your brother both lost to a dickhead. And I asked him, why is he bringing my brother into it? У него есть младший брат, он тоже играет, у него один ATP point. И, короче, он сказал то, что вы проиграли, значит, этому долбоебу два раза, типа. Ну, и ты, и твой брат проебали мне, типа, долбоебу. Дальше дали. And then I got up close to him, and he said, if I touched him, he would kill me, so I pushed him. Потом они так головами, знаете, когда на UFC так встали, блядь. Турка говорит, типа, дотронешься, ты умрешь. Ну и тот его пихнул. Ну нет. И как видим, он жив. Этот жив, да. То есть, получается, тот пиздобол. He reported to the ITF. Really? He reported, like a rat? Like snitch, well, yeah. Snitch. Snitch. Whatever, and I got snitches fined. Get stitches, bro. I got fined. А, ему въебали штраф, 100 евро. 50 евро, so... Yeah. Вот такая история, ребята. Друзья, доброе утро. Сегодня Слава играет первым запуском против Моро Каньеса. Смотрите на его лицо. Очень настроен парень. Я играю вторым запуском против Барета. Слава начал играть. 0-2 проигрывает в первом сете. Смотрим. Давай, Слав, играй просто. Ошибки, сейчас ни одного мяча попасть не могу, блядь. Ничего, давай следующий мяч.
Ура! Первый гейм. Отлично. Красава, Боб. Не снимай, блядь. Слава сгорел. Я иду сейчас разминаться. Вот результат матча. Что я могу сказать? Победа, я считаю, абсолютно незаслуженная. Так. Считаю, Свят реально играл лучше, показал уровень. Ну, сами понимаете, постыдно этот корт оранжевый. Ну, как на него можно играть? Ага. Чисто из-за покрытия. Грунт для? Пидоров. Гей-тактик. Couple words about match. Гулин. Добавил. На пятом корте играет Серджи Перес Контри, левша, против француза Бертрана. Он реально тюбик постремный. Голгейт, блядь. Сейчас выхожу на матч против Барретта, я с ним играл в квале. Придется еще раз играть, он попал по лаки лузеру, опять левша. Сет матч 6-4, отказ. Вышел во второй круг, очень хороший сет провел, реально ментально было сложно играть, потому что он то хорошо играл, то плохо, то хорошо, то плохо, в итоге смог пересилить и победить. Идем дальше. Друзья, короче, тут до сих пор играют эти чуваки, с 10 утра уже 3 час с половиной, сейчас у них 6-6 на тайбреке в третьем. Красава, я болею за вот этого. 7-6 в третьем сете подает Серджи Перес. Ебать, зажало. Прием в аргу. Конечно. По-французски сказал уже, то, что у него с метра драйв-волей был. На матч-воле, да? Да. Он в сетку попал и отскочил в аргу. Гранды, это ее гранды. Я делаю это. Вон тот чувак, короче, сегодня делал утром гантели. Сейчас вот здесь будет на экране. Фанат. Да, не ставишь. Так, мы сейчас готовимся к паре. Иди, ничего страшного. Мы с Бобом на корте. Сейчас играем четвертьфинал против первых сейных. Вот зрители собрались на наш матч, ну, понятное дело. Тип здесь уже сидит минут 30 после проигрыша. Вот наши соперники, судья, РФ. В эфире новости. Бешеный русский после поражения двух испанских педиков вдребезги разносит свою ракетку прямо в потоке. С места событий наш корреспондент Хуан. Ребята,
волна пошла. Сейчас мы поедем к тебе. Поедем в Европу. Доброе утро, друзья. Сегодня я играю второй круг. С Бобом сейчас разминаемся. Нарезочка. Смотрите, какая прикольная штука для уборки кортов. Когда проходит квал, играют на нижних кортах. Тут у нас 9 кортов внизу. Корты медленные, отскоки неровные. Да, и там намного выше отскок наверху, да, чем намного здесь. Выше. И здесь медленнее, там быстрее. Здесь у нас официальные корты, их 5. Матчи, начиная со второго круга, играются на 3 кортах. Вот 1, 2 и 3. Кафешка, раздевалки, стрингер. 15 евро стоит судьи. И здесь есть, кстати, буфет. Сколько стоит? 11 евро, что ли, буфет стоит. Вот. Одна тарелка. Можно взять только одну тарелку. И 2 маленькие бутылки воды. Сейчас играет здесь Рока Батая, второй сейный. Я играю после него, как он закончит. Он играет с Хорхе Мартинес Мартинес. Вот так вот. Так, еще один поинт Рока Батая, который стоит 290 плюс-минус. Хороший удар слета, ребро и смеш. Здорово. Всем здравствуйте, с вами я, Святослав Гулин, комментатор. Боб Брайан выходит на матч Леонид Шингизи против второго сейного. Будет вот тут. Леонид перед матчем мне сказал, что это первый его соперник с таким наивысшим рейтингом. Он запишет кружок. Так, друзья, я на корте. Вон там вот клеит мое имя. Поровнее, пожалуйста. Должно хорошо смотреться. Вот, как бы, что-то он на меня смотрит подозрительно. Ну, погнали, пацаны. 3-1 Леонид по 30. Накручивает подлево. 40-30. Накручивает. На дверь, добегает Леонид. Укорочить момент. Вот он уже. Ой, Леня. А вот это грязь. Я заснял эту хуйню. Брейкпоинт у баранка. Да. Хорош. Ой. Хорош. Ты не слышал меня. Лучше. Брейкпоинт у Хуана. Баланс!
было написано. Тачпоинт. Вторая подача. Двух оставили очко. Очко поставили на двух, говорят. Певца на 1-0-1. Ох, ебать. Нихуя тебе, блядь. Ванганул двуху, блядь. Геймсет, матч. Короче, я проиграл. Вот. Хороший турнир, набрал один поинт, вошел в топ 900. Надо позитивно относиться ко всему. Хороший матч показал. Немножко сгорел после 3-3, когда проиграл гейм. Потом был сколько? Кемадо, формально. Коуч мой бесится. Заканчивается. Так, короче, пацаны, подхожу забрать все призовые. Подходит ко мне главный судья. Показывает эту бумажечку. Расскажу, что в ней написано. Он кидал ракетки несколько раз за первый сет. Также он ударил фон несколько раз очень сильно. Во втором сете он спросил, сколько будет стоить ему, когда я сломаю ракетку. Его поведение весь матч было некорректным. Он разговаривал со своим другом, который пытался заснять все моменты, когда он хотел разъебать ракетку. Я не понимаю, почему это написал. И вот единственное, что, какую он правду написал, то что после того, как его брейканули во втором сете 4-3, правда, написали, бряк когда взял, он подошел к скамейке и как сказать, кикт, типа... Ногой ёбнул. Не ёбнул, а легонечко ударил. Она треснула, тут написано. Я поставил этот штраф как misconduct during the match. Короче, одним словом, судья тут кто? Дарас. Кто? Дарас. Заметьте, не я говорю. Мне кажется, мне тоже сегодня дашь что-то. Я просто спросил, я же у него специально узнал, я не хотел ломать ракетку. Да. Если сам штраф здоровый, блядь. Взял, въебал мне 150, блядь. Когда я даже бы так не ёбнул, потому что он мне сказал, что лучше не надо, блядь. Да. Ёбок, вон он, блядь. Не он. Типочку тоже ворник дали сегодня за то, что он два мяча вышвырнул. Сейчас получаю призовые и скажу, сколько я заработал за эту неделю. 430 евро. Tax deductions 100 евро. Ну, еще я платил entry free 36 евро. Поэтому заработал я 380 чистыми. Плюс и минимальным, потому что бензин, и расход, отель, еда. Плюс 150 евро, я ухожу в плюс. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на канал. Да, не забывайте про Инстаграмы. Не забывайте про ТГ-канал, про наш чат, про Инстаграмы. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Слева не сидит, а справа охуенно. ДБН, 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 ДБН